Приветствую вас, уважаемые друзья. Вышел походить по такому вот полю. Недавно скосили траву, но она все равно быстро растет, так как идут дожди. И пока еще трава сильно не выросла, решил по нему пробежаться. Буквально бегаю 2 минутки, и уже вываливается одна монетка. Здесь стоял старый хутор, горочка, на ней стояли несколько домов. Место интересное, и в летний вечерний день решил побегать. И выпадает такая вот монетка, скорее всего это щитовичок, 10 копеек. Сейчас помою, посмотрим. Но уже приятно, что монетки выпадают. До этого выкопал пару железячек. Это верный признак того, что здесь стоял дом и сараи. Помыл щитовичок. Он довольно подуставший. Не знаю, попробую дома отмыть его средствами специальными для никелевых монет. Ну а так... Конечно, поля эти пахались, удобрялись, и сохран уже не очень. Посмотрим, может что-нибудь с нее еще и получится. Продолжаем копать дальше. Очередной сигнал, выпадает еще одна монетка и выпадает 1 копейка. Николаевский формат, но, к сожалению, год не видно. Нужно ее хорошенько отмывать, но вроде монетка подубитая. Но приятно, находки есть, тем более, когда они есть на выбитом месте, которое уже выбивается лет 5 или 6 именно мной, то это, конечно, приятно. Сигнал на апексе был 92, четкий. Ямка неглубокая, и выпадает, друзья, вот такая вот красота. Копейка Екатерины. Правда, сохранчик пока трудно сказать, хороший, нехороший. Ну, год вроде бы прочитали, 1967 или 68, вроде бы 67. Но самое главное, что это очень приятная находка. Как мы говорим, старина старинная. Не часто на выбитом поле можно встретить такую шайбочку. Очередной сигнал, и выпадает золото партии, 2 копейки 1930 года. Лежало практически сверху. Надеюсь, отмоется, и сохранчик будет у монеты хороший. Ну а мы ищем дальше. Прошел буквально 10 метров от 2 копеек. И выпадает пуговка орлянка. Правда, такой сохранчик. Не знаю, такой уж сильно поеденная. Но вроде бы орел виден. И лежала, друзья, сверху. Такая верховая находка. Ну, вроде бы ушко целое. Сейчас аккуратненько почищу и включусь. Да, друзья, ушко целое. Даже видна надпись СПБ. Почистил немножко орла. Ну, орла видно. Надеюсь, дома отмоется и будет видно хорошо. Ну, рельеф прорисовывается неплохо. Выпадает, друзья, 3 копейки
1954 года. Довольно хороший сохран. Я думаю, отмоется. Будет монетка огонь. Вечереет, друзья. Наш коп подошел к концу. Коп был короткий. Как видели, ходил я по скошенному полю. Но поле уже, трава выросла довольно неплохо. И ходить уже опоздал, короче, я на поле. Но находки все равно есть. Находки порадовали. Если учесть, что поле в 5 минут езды на велосипеде от города, от дома, где я живу, то, в принципе, это даже отличные находки. Будем ждать теперь перепашки этого поля. И, конечно, на перепашке нам повыпадает побольше находок, чем сейчас. А на этом видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Кладуху под катуху, друзья.